Продукция для ЖКХ может быть не только качественной, но и красивой. Это доказывает Липецкая трубная компания, предлагая необычные решения. Например, люки с символикой городов. Однако на производстве на первом месте все же не внешний вид изделий, а их прочность. Этот люк несет более повышенные нагрузки. До 40 тонн выдерживает нагрузку на сам люк, без всяких прогибаний и трещин. Но гордость завода все же трубы. Из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом сложно представить, но оказывается, чугун может быть как пружина. Это пластические свойства чугуна, что сделан из трубы, это говорит о том, что этот материал, он пластичен как сталь, но коррозионно стоек как чугун. Такая труба 100 и больше лет. Надежно, без аварийно. Липецкие трубы из высокопрочного чугуна уже оценили и в России, и за рубежом. Использовали при масштабной модернизации водопроводных сетей Санкт-Петербурга и Крыма. Однако в ЖКХ региона пока применяются мало, дорого. Но производители готовы идти коммунальщикам навстречу. Наше руководство готово идти на какие-то, скажем так, особые условия, да, для местных как раз потребителей, для местных компаний, которые эксплуатируют водопроводы, чтобы наша продукция находила все более и более широкое применение. Внедрение инноваций в сферу ЖКХ региона – тема большого совещания. К разговору подключили все заинтересованные стороны – коммунальщиков, бизнесменов, представителей власти. Задача одна – качественно улучшить самую проблемную сферу. То, что это будет однозначно успешно, и то, что это будет применяться, мы в это не просто верим, мы уверены, потому что это повышение надежности, долговечности. Надежность, долговечность – это экономия ресурсов, собственно, компании, которая занимается этим бизнесом. То есть мотивация здесь налицо. Предприятий, которые способны предложить коммунальщикам региона качественную инновационную продукцию, немало. С 2011 года в Чаплыгине производят современную водозапорную арматуру, инновационные монолитные задвижки и пожарные гидранты. Не требует строительства колодца, это обслуживается сверху. Срок службы гарантийный 50 и более лет. То есть эти задвижки работают, ну, можно сказать, вечно. И нет колодцев, значит, нет затопления колодцев, нет засорения колодцев. Да, то есть это не те ямы, в которые сбрасывают мусор. Все ровненько и хорошо. Внедрение таких инноваций должно улучшить коммунальную сферу региона, сделать ее более технологичной и экономичной. Ольга Бугакова, Роман Авраменко, Липецкое время.